Минэкономразвития КБР подсчитала размер средней заработной платы по республике за первое полугодие. Она составила 15 200 рублей, на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Эти данные министерство приводит в отчете по итогам социально-экономического развития за прошедшие 6 месяцев. Индекс промышленного производства в КБР с начала года вырос более чем на треть. В реальных цифрах это товары и услуги на сумму около 19,5 миллиардов рублей. Объем продукции сельского хозяйства тоже увеличился, и здесь показатель весьма внушительный. Больше 18% в плюсе, по расчетам в действующих ценах свыше 7,5 миллиардов рублей. Незначительный рост наблюдается в строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов. На 4-6% по данным министерства выросли и цены на потребительские товары. Платные услуги населению подорожали меньше на 1,7%.